Это был такой бешеный день, как раз поступали пациенты. Был такой поток, были очень тяжелые, то есть экстренность, незабываемый день. Да, конечно, страх, он присутствовал тогда. То болезнь тяжелая, переносится она тяжело. Боишься за людей, за родственников также, за всех пациентов. Их все-таки ты воспринимаешь как своих близких всех, поэтому сочувствуешь, психологически с ними работаешь. Пациенты нуждаются в нас. Это моя профессия непосредственно, когда я шла в медицину, я знала, что придется в экстренных всегда, да, в ситуациях. Ну, то есть это мой долг. У меня был немножко другой профиль, ну, педиатрия. А здесь, конечно, взрослые пациенты, и они с ковидом как маленькие дети. То есть они сюда попадают, тоже насмотрелись много про ковид, да, какие бывают последствия ковида. И мы вот с ними работаем и психологически. Кто-то у нас встать не может, сатурация у них падает, да, низкое давление. У них на все влияет, на общее состояние. Мы их и кормим, и до туалета водим. То есть они у нас нуждаются в этом. И мы с ними, как вот с маленькими ребятишками, мы их ставим на ноги, да, конечно, их здоровыми домой, да, выписываем, то, конечно, они, ну, запоминаются нам, эти пациенты. Даже вот так вот, если, например, увидел где-то, ты уже помнишь, в каком боксе лежал и как даже, ну, зовут. То есть они-то тебя не узнают, потому что ты работаешь в СИЗИ, а пациенты, ну, то есть я их узнаю. Конечно, да, благодарствуют, говорят, что они это думали, что не выкарабкаются из этой болезни, а так, ну, вообще слова благодарности, приятно, постоянно в палату заходишь, пациента наблюдаешь, они постоянно, ой, вам там здоровье, ну, дай бог вам там здоровье, то есть пациенты, они, ну, благодарны. Оснащено все, ну, то есть новым аппаратом, оборудованием. Вот это, конечно, есть с чем сравнивать. Без этого здания, конечно, было бы тяжело и людям, и медработникам, потому что он же конкретно сделан как инфекционное вот отделение под ковид, и тут все продумано, в принципе, ну, до мелочей. Внутри постарело у меня все, потому что тут и недосып, и тоже и в масках, да, то есть все в СИЗО ходим, и кислородное вот это голодание. По-другому смотришь на жизнь, уже как-то сохраняешь себя. Наверное, хочется, чтобы он уже закончился, в плане, чтобы люди как-то уже вздохнули хорошо, чтобы не было вообще вот этой вот болячки страшной. Конечно, хочется.